Дорогие друзья, подписчики мои, у нас сегодня будет перетест. Ну, не перетест, а просто батлы с Wizard Fafnir'ом против всего четвертого сезона. На эту прекрасную мысль натолкнуло меня наше вчерашнее видео против Миража Фафнира перетест. Итак, первый соперник, давай сразу, давай Джокер начнем, а там будет дальше видно. Пробуем. Джокер. Вау, Фафнир. Фафнир и Джокер. Фафнир и Джокер, друзья мои. Вот так они сражаются в центре ринга. Итак, ребята, турбо-пушка-гонка, друзья мои, новости. Новенький турнир уже 6 февраля в субботу от магазина параллельски.ру. Адрес проведения, друзья мои, смотрите, будьте внимательны, это улица Вавилова, 5, корпус 2. Но ссылка будет на все описание к этому ролику, прямо сейчас переходи, посмотри, там буду я. Призы Токаратоми, короче, викторины, призы, поиграй, побатлимся. Попадете все в ролик, это будет просто невероятно. Друзья мои, ссылочка в описании к этому ролику. Мега лучший турнир, погнали. Кто? А у нас сразу непонятно кто. А вот такое вот бывает. Парам-парам-парам-пам. А вот такое вот бывает. Фафнира запускаем посильнее. И вот сейчас было четко. Причем, слушай, намного... намного меньше волчки у нас четвертого сезона. Они прям маленькие. Мутипутички. Давай играть еще. Давай играть дальше. Давай играть дальше. И что же у нас будет сейчас? Мираж, Фафнир или Джагмен Джокер? Мираж или Джагмен? Джагмен или Мираж? Не знаю я. А кто знает? Никто не знает. Кроме меня. Да. А у нас ничья в этом раунде. Раунд дальше. Юнион. Инфинити. Какой-то там Ахиллес. Вау, что творит Фафнир? Фафнирчик, успокойся. Перестань. Не веди себя как грязный свинья. Не надо так делать. Но Фафнир, кстати, справедливости ради, в этом раунде не взрывается. То есть он прям держится. Но вот как каждый раз вот на... Но чуть-чуть уже готов разорваться. Идем дальше. Юнион. Инфинити. Ахиллес. Оу! Диаболос. Какой Ахиллес, да? Сокрушительная победа. Да мало ли от кого. Не просто же от кого-то. Ах ты, разобрался. А от Миража? Фафнира, друзья мои. Кто мог подумать-то? Идем дальше. О, хочу поиграть. Биг Бэнг. Енезиса. Ну-ка давай. Вот оно что. Сразу. Сразу пошло дело. Пошло дело, залетело. Я татара захотела. Папочки, пау, палочки, пау, пау. Пам-пам. Во, какой быстрый бой. Какой у нас сегодня максимальный быстрый бой. Еще разок. Еще разочек. Оу. Фафнир пытается отбиваться, и получается у него это, ну, все, то есть я не знаю, хорошо, плохо, красиво, мощно, стильно, молодежь, я не знаю, честно, но пока выходит вроде неплохо, пока вроде Фафнир молодец. Давай играть дальше, следующий батл, следующий бой, Lord World Spigen, поехали. Поехали, красотка, кататься. Время, знаете, сколько сейчас? 10:04. Для вас. А для меня немножко другое время. Я вообще живу в каком-то своем мире. Я витаю в облаках, ловлю бабочек и прочее. Итак, ребята, вы это видели? Вы видели, что произошло только что? Вот что произошло. Всякое бывает в этой жизни. Давай еще раз. О! Wizard Fafnir выбросил Лорда Ворлда. Класс! Шикарно! Играем дальше. Tempest, ой, вернее, Imperial Nothing. Imperial Dragon, вернее.
Обернись, мой друг, посмотри назад. Духи с тобой связаться хотят. Оп-то какой, какой у нас Фафнир. Не такой, каким кажется он. Чудесами полон. Он там, что такое было. Играем дальше. The Way Longinus. Против Фафнира. Безумство на драйвере спираль творит The Way, взрывает Longinus'а. Но безумство это иногда... путь к успеху. Запомните это, мои юные подаваны. Играем дальше. Следующий у нас соперник. Соперник. Heaven Pegas. Ой, не та пускалка. Pegas. I'm ready to say number one fair. Ready, 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 go. To get the card of Makitara. Чики-чара-та-тан. Чики-чики-чики. Итак. Вот так вот. Фафнир одолевает Хэм Пегаса. Хэм Пегас, кстати, очень-очень, от слова совсем, очень сильный волчок. Дальше. Мастер. О-о-о-о. Вы видели, что это было? Это был хитрый финт. Мастер оф Диаболос. Если мастер будет делать вот так... Нет. Я буду его стопорить. Нам нужен честный бой. Потому что гонять по рингу до протяжении минуты я не позволю никому. Это вообще непозволительно. И вот у нас снова ничья. И почти взорвался, кстати, мастер. Давай дальше. Эйс Дракон. И дракона мы сломали, и всех мы сломали. И что это вообще такое? Кто это, где это? Я тебе скажу. Кто это, с чем это? Вот он тут как... Погнали. А кто же будет драться-то? Давай Буши на Ашуру. Самый слабый волчок. Залетает в ринг Ашура. Нападает на Бизард Фафнира. Что ж будешь делать ты со мной сегодня, Ира? Па-па-па-па-па. Вот такая песенка. Слава всем и мира. О, как я зарифмовал. А, кто красавчик, кто батя? Бэнг-бэнг, батя в здании. Я бывает, знаете, а я даже не пишу ролик. На самом деле я просто несу чушь. Чушь полнейшая, на-на. Давай дальше. Эйс. Шура. Вот оно что. У-ху! Сразу бёрсту для Эйса Шуры. Только посмотри на это, как так получилось. Фафнир-то. Фафнир-то доказывает, что еще магия. Давай дальше. Прайм Апокалипсис. Против. Оу! Про Апокалипсис слабейший волчок в мире Бейблейда. Давай дальше. Так. А кого? Я уж всех, по-моему, поиграл. Ну давай Валькирию возьмем еще. Хоп, хей, ла-ла-лей. Итак, Фафнир у нас в центре ринга, Валькирия вращается вокруг него, очень быстрый волчок Валькирия, нападает на Фафнира, пытается его сокрушить, узнаем, получится или нет, я не знаю, вы не знаете, о, мне кажется, было, да? Да, мне кажется, было, Фафнира давно уж сокрушили, но он не а давайте еще разочек. Но он не разлетелся, но он продолжил эту битву, битву продолжил, о, и снова, да? Да, снова, подожди, аккуратно торможу, а, нет, слушай. Я что-то уже все, у меня уже глаз ушел не туда. Так, так. О, Фафнир победил Вальтриека. Победил Фафнир. Идем дальше. Гранд Валькирия. Друзья, вот такое у нас было видео. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, нажимайте на динь-динь-дон, диг-дон. С вами был Чудовищный Угомош. Огромное всем спасибо за лайки, комментарии в соцсетях, поддержку. Всем удачи, всем пока-пока.
Короче, оу, про апокалипсис слабейший волчок в мире Бейблейда. Нись, мой друг, а посмотри назад, духи с тобой связаться хотят. Оп-то какой, какой у нас Фафнир, не такой, каким кажется он. Безумство на драйвере спираль творит дуэль и взрывает Лангинуса. Но безумство это иногда путь к успеху. Вот оно что! У-ху! Сразу бёрсту для Эйса Ашуры. Ахиллес! Дьявола, с какой Ахиллес, да?